Ночь перед Рамазаном. Первый таравих намаз. Наконец-то он пришел, месяц милости и прощения. Немного жарко, но это не важно. С вечера подул первый прохладный ветерок. Всевышний не оставит, он укрепит и поможет. Мечеть с первого дня заполнена, такое ощущение, что все здесь. И даже тот, кого не ожидал увидеть. Поздравления, радость, приглашение отпустить уразу. Теперь каждый день расписан. Начался месяц мусульман. Утро. Начало рабочего дня. Дня месяца Рамазан. Этот месяц надо выделить, надо собраться. Чувства, которые обуревают, не передать. Первый звонок. Наверное, опять хотят поздравить или что-то спросить. Слушай, говорят, на Вакиля Хаджи покушались. Неужели это правда? Да, мы в больницу приезжали, в центральную аграрную. Как вы? Ничего, пока. Операция будет. Это правда? Что с Вакилем? Говорят, на Вакиля покушались. Ты где? Приезжай в больницу. В голове сразу тысячи мыслей и ни одной одновременно. Вопрос «за что?» бессмысленный. За книгу «Азбука Ислама», «Жизнеописание пророка», «История религии», брошюры «Фарс» и «Основы религии», сотни буклетов, тысячи встреч, понимание религии и беспокойство за людей и родной край. Все-таки он получил, о чем мечтал. Встретиться со Всевышним, распространяя его религию. Мухаммад Вакиль Хаджи. Человек, которого в Дагестане знают практически все. Дети, взрослые, студенты, хакимы, президенты и, главное, алимы. Хорошие люди, знакомством и дружбой, с которыми он гордился, дорожил и радовался больше всего. Чтобы объяснить и рассказать о ком-либо из нас, порой нужно много слов и времени. Мухаммада Вакиля всегда знали как советника муфтия, заместителя муфтия, представителя духовного управления, представителя духовности в Дагестане. Он тот, кто был в авангарде даавата с самого начала вместе с Саид Мухаммад Хаджи Абубакаровым, Ахмад Хаджи Тагаевым, Хора Мухаммад Хаджи Рамазановым, и сейчас будет с ними же. В одном списке, рядом с тем, кого любил, с кем дружил и работал. Эта смерть не стала неожиданностью. Единственное, за что переживал, уйти с иманом, уйти как мужчина. Наверное, я недостоин. Наверное, есть грехи, за которые недостоин быть с хорошими людьми, говорил он после первого покушения. Нужно больше работать, нельзя упускать этот дорогой месяц. И каждый человек, с кем Мухаммад Вакиль работал, сейчас говорит. Он даже сейчас с кладбища погнал бы, говоря, не теряйте времени, давайте работать. Место на кладбище в Дылыме подготовил заранее. Знал, что уйдет. И даже не надеялся, что в такой дорогой месяц, соблюдая уразу, работая над очередной книгой. Дагестан – земля хороших людей. Неужели еще кому-то нужны доказательства? وإذا تجلى سره في عبده ملك الدروب وإذا تجلى سره